Вітаю, друзі! Ви на Фокус Новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні колишній член уряду Польщі, екс-секретар польської делегації у НАТО та директор програм школи міністрів Київської школи державного управління Пьотр Кульпа. Пьотр, я рада привітати вас в нашому ефірі. Добрый день, слава Украине. Героям слава! Перед тем, как мы перейдем к обсуждению важных тем и новостей, попрошу зрителей, которые будут смотреть этот стрим, подписаться на нашу платформу. Это в целом важно для нашей работы. И таким образом мнения и мысли Петра Кульпы смогут услышать и увидеть как можно больше людей. И за это я искренне благодарю. Петр, если вы не против, я бы хотела нашу беседу начать с событий, которые происходят на границе с Польшей. Фермеры высыпали украинское зерно, которое ввозилось на фурах через пункт пропуска Дорогуз. Польская полиция ведет расследование по рассыпанию украинского зерна. Также известно о том, что в центре противодействия информации сообщают, что за этим поступком и акцию это организовал некий Рафал Маклер, владелец логистической компании и лидер Люблинской организации маргинальной партии Конфедерация. Это политсила, которая выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с РФ. С вашей точки зрения, что происходит и кто стоит за этой акцией? No, za этой акцией, это провокация, это ненормальная ситуация, в которой страна, которая находится в состоянии войны, правда, гибридной, но Польша находится в таком состоянии, просто можно пользоваться всеми благами демократии, в том смысле организовать протесты и так далее. В Польше это все легально. И считаю, что это большой риск, потому что любая группа может зарегистрировать свой протест, заблокировать дорогу под любым предлогом. Партия Конфедерация состоит из трех как будто течений. То, что вы сказали, это одно из этих течений. И они как будто поднялись на фоне бездействия государства во время переходного периода, когда передавала власть от прежней коалиции, да, к новому премьер-министру. 2 дня тому назад, или даже вчера была встреча премьер-министра с Морągową, gdzie byli przedstawieni вот все эти вопросы. И там было показано, что на самом деле есть большой кризис, связан с сельскохозяйственной продукцией, которая приходит бесконтрольно, по их мнению, из Украины, которая не подлежит тем же требованиям, которые требуют Европейский Союз. Короче, очень много норм, которые делают продукцию дороже, стандартов и так далее, которых в Украине соблюдать не надо. Они это считают нечестной конкуренцией. Были попытки ограничить это таким образом, чтобы ввести контроль на зерно, например, которое приходит в Польшу. Но оказалось, что просто зерно, которое, например, приезжает в Польшу, его пломбируют, грузовик идет или в порт, или в Литву. No, potem okazuje się, że i z Litwy, gdzie byli sniaty te płomby, obratna wjeżdża w Polsce. To, że samo jest w parku, okazuje się, że to kaciestwo zjedna pochodzi i ono obratna wjeżdża w Polsce. Wszystko to działa, organizowane jest przyskupność i polskie prawidelstwo nie sprawia się z tym wyzwaniem. Żeby osaznawać masztab problemy, просто украинский производитель зерна получает за тон в форме 3,5 тысячи. Мафия пишет в бумагах, что заплатила за него 9 тысяч. Получает НДС. Короче, себестоимость этого зерна для них – это 2 тысячи. В Польше себестоимость производства 200 евро. Короче, 50 евро в Украине мафия получает, да, зерно, и на рынке Польши это 200 евро. 150 евро на вара, это хватает, чтобы коррумпировать всех, абсолютно всех. И эта система не в состоянии защищаться. Люди, которые протестируют, они имеют понимание, что у них кредиты, что им угрожает просто банки и так далее, банкротство. Короче, они готовы просто свое выживание ставить всего выше вопроса войны, выше стратегии государства, и это понятно. Поэтому, мне кажется, и то, что было сказано во время встречи премьер-министра Туска,
Это первое отделение вопроса стратегической поддержки для Украины. И этот вопрос остается ключевым. Премьер-министр сказал, что не разрешит никому из правительства и системы власти в Польше на любые антиукраинские ресентименты. Короче, здесь будет все последовательно, поддержка. Будет в эту поддержку включена вся энергия польской государственности. Он лично, если видим сейчас Веймарский треугольник, короче, Берлин, Париж, как двигатель этой поддержки. Но с другой стороны, он не допустит, чтобы война была прикрытием, под которым мафия просто будет называться. Под лозунгом «Украина борется с российским агрессором», да, что мафии будут использовать дыры в системе и просто бить против населения, которое просто честно и нормально работает. Вот более или менее так это вижу. Здесь мы попали в ловушку племенного мышления. Потому что в медиах, в пропаганде это идет типа украинское зерно. И надо учитывать, так для поляка, как для украинца, зерно является чем-то святым. Тот, кто его выбрасывает в болото, он обижает прошлое тех, которые из-за этих просто гибнули, потому что им не хватило, да, на то, чтобы выживать. И это память в Польше, в Украине очень... Просто это хлеб, это святое. Но просто эти провокации, они, по-моему, будут так долго, пока не возникнет единая система поддержки Европейского Союза для экспорта украинского зерна и сельскохозяйственных продуктов. Я вижу это так, что государство Украина должно взять ответственность за то, что за скупку, экспорт продуктов сельскохозяйственных, чтобы этим не занимались мафии. Это во-первых. Во-вторых, Европейский Союз должен компенсировать цену транспорта таким образом, чтобы бюджет Украины и производитель украинский получал реальную выгоду, чтобы та помощь, которая идет, это шла для того, кто производит, а не для торговца, который скупает подъехавки, выбивает НДС из бюджета и пытается этим образом еще обанкротить других. Вот и думаю, что это ключевой вопрос встречи, который сегодня идет. Ведутся, потому что в Париже встречаются сегодня министры иностранных дел Германии, Польши, Франции. Завтра будет встреча премьер-министра Туска, он поедет из Парижа в Берлин. Вот возникает, по-моему, конструкция, которая будет иметь достаточно сил, чтобы эти вопросы, связанные с сельским хозяйством, продуктами из Украины, решить таким образом, чтобы это была реальная поддержка для Украины. Это единственный путь. Если этого не сделают, ждут нас провокации, ждут нас авантюры, которыми будет радоваться Россия. Вот все. Вы сказали, ждут провокации, авантюры, которым будет радоваться Россия. А использовать это как-то Россия в войне может и ослаблять поддержку вот на Западе Украины таким образом? Смотрите, вопрос в чем? В том, что люди, которые, если входим в мышление племенного, потому что, например, вопрос зерна, да? Ну, смотрите, вопрос зерна, он показывает, что украинский производитель не получает выгоды от этого зерна. Ему скупают с него по цене ниже себестоимости или на уровне, ну, по 3500 урожай, да, скупали. Вот дальше. Налогоплательщик украинский доплачивает, потому что НДС, возврата НДС никто не получает, но экспортер зерна и руды, да, они получают, выбивают свои деньги. Короче, обворовывают налогоплательщика, бюджет Украины.
Вот выгода какая, она деньги идут, на вары идут в миллиардах долларов. Это толстые миллиарды долларов, но они уходят. И Украина как государство, как общество не является бенефициаром этого. Вопрос в том, что любое разногласие, которое будет, а сейчас ждет нас сложное время. То, что я видел в Давосе, это, с одной стороны, американцы сделали все, чтобы в контексте Украины не быть сильно заметными. С другой стороны, формировалась коалиция европейская, которая как будто консолидировалась вокруг необходимости поддержки Украины. И мне кажется, что здесь будут стратегические долгосрочные программы, которые не будут сильно зависеть от того, что на улице. Но надо понимать, что это демократия. И любые вопросы, в которых просто кто-то является жертвой, банкротируется, цены идут вверх и так далее. Все это люди связывают с войной, с Украиной. Это, конечно, усталость. Усталость от войны, она не только в Украине, она везде. Да? Вот такое идет. И это надо понимать, что это идет с сознанием, что может быть хуже. Потому что выбор в Соединенных Штатах, да, в будущем году может быть ситуация, в которой в это время поменяется президент, поменяется направление. То, что говорит Трамп, это вообще возбуждает и заставляет думать реально всех. Вот, короче, здесь момента, которые могут меняться в худшую сторону, много. Но есть также такие, которые могут способствовать тому, что в лучшую сторону. Здесь никто не ожидал ситуации, в которой годами будет абсолютно тот высокий уровень энтузиазма и поддержки, который был в первые месяцы. Это естественно, надо подчеркнуть, что например, в Польше все политические силы и более 70% это однозначно постоянно поддержка для Украины, для этого проявляется в любых отношениях. Думаю, что это будет продолжаться, и чем больше будет риска, тем больше будет сознание и консолидация людей в поддержке. Петр, если позволите, я уточню, вы сказали о том, что ситуация может становиться хуже, да, и вы сказали о событиях, которые происходят в частности в Соединенных Штатах Америки. У меня уточнение, что вы имеете в виду? То есть существует риск того, что Украина может, но не получить вот эту вот обещанную помощь, да, спор, который уже длится несколько месяцев? В том смысле я спокойно на это смотрю. В Конгрессе были встречи. Просто надо понимать, что администрация Байдена имеет очень много возможностей, чтобы гарантировать то, что не будет финансовых проблем. В том смысле, что если даже Конгресс не одобрит этой помощи, да, которой требует администрация, но это мало вероятно, потому что это там вопросы Израиля и там вопрос, надо бы отдельный анализ, да, показать, и он не связан никак с Украиной. Короче говоря, ненависть республиканцев к демократам намного сильнее их любви к Соединенным Штатам и коренным интересам Соединенных Штатов. Вот так могу сказать. И наоборот, кстати. Короче, Украина, Израиль и, скажем, внешние партнеры стали заложниками внутренней войны между ними. Но, смотрите, нет риска для того, что Украина получит деньги из Европейского Союза. А у Байдена есть возможность, во-первых, влиять на Международный валютный фонд, на Мировой банк, чтобы оказывать помощь. И здесь, пожалуйста, нету проблем. Есть возможность давить и способствовать тому, чтобы такие богатые страны, которые являются союзниками Украины, как Япония, Южная Корея, увеличивали. И будем наблюдать, как помощь этих стран будет увеличиваться.
I samo главное, мне кажется, в 2024 году увидим ситуацию, в которой замороженные средства Российской Федерации будут употреблены на помощь Украине. Потому что это имеет аналогию в прошлом, и это естественно, и это будет встречаться с одобрением, скажем, налогоплательщиков во многих странах. Поскольку это 300 миллиардов, так что здесь как раз финансы, я считаю, безопасной зоной с точки зрения будущего. Петр, если позволите, хотела бы еще обсудить одну тему, очень важную с вами. Это увольнение главкома Валерия Залужного. Теперь у Вооруженных сил Украины есть новый главнокомандующий Александр Сырский. Когда его только назначили, началась такая, ну, как бы ожидаемая, да, медийная такая контрпропаганда, пропаганда, прошу прощения, в Российской Федерации. И западные СМИ писали и дискредитировали также его имя. Параллельно мы вот также видим сообщение о том, что как бы и это назначение, и в западной прессе описывали как ошибку Владимира Зеленского. С вашей точки зрения, вот то, что произошло, смена главкома, это о чем решение? О том, что настало время действительно для перемен в украинской армии? Или здесь какие-то есть другие причины для этого? Да, вот в частности, и ранее журналисты говорили о том, что там проблема может быть в социологии. С вашей точки зрения, что произошло? С моей точки зрения выглядит так, что в мае президент теряет, заканчивается срок. И перестает быть президентом Украины, становится на основе 108 статьи Конституции, исполняющим обязанности президента. Исполняющий обязанности президента не имеет, по крайней мере, нет ясности, тех полномочий, которые имеет президент, включая назначение. Короче, получается ситуация, в которой во второй половине мая будут уже сомнения, насколько президент сможет влиять на назначение, освобождение и так далее, потому что он превратится в исполняющего обязанности. Поскольку по отношению к Верховной Раде есть статья Конституции, которая гарантирует, что она сохраняет свою легитимность, по отношению к президенту такой статьи нет. Короче, его статус другой, чем Верховной Рады. И поэтому кажется, что президент, который будет пытаться сохранить полноту своей власти, так чтобы никто не мог ее опровергать. Он будет это делать на 100% людей, которые в оппозиции. Просто по логике, жесткой политической логике, убирает тех, у которых есть авторитет, у которых есть доверие, у которых есть популярность. Таким образом, президент становится безальтернативным. Короче, в системе башни, в системе власти, да, не будет никого, кто мог бы ставить любой альтернатив. И это происходит с помощью решения, ослабляет поддержку для президента. Потому что поддержка для президента Украины, она складывается в том числе с поддержки, например, для генерала Залужного. Да? Опросы показывали, что уровень доверия к нему выше, чем к президенту. Что, учитывая, я не знаю, подход к президенту, уже само по себе является недопустимым. Согласны? Вот. I taka sytuacja, po moim, odkrywaje nowy rozdział barwy za władź, która idzie pod kawrom. My to nie widzimy. No, można. Jest głosy, które związywają pozycję generała Załużnego z dziejstwem, który wytrzymuje piąty prezydent. Z drugiej strony jest jakby ja bym powiedział, popytka podgotowica prezydentu i ofisu k protestom na fonie jeśli by byli przyjęte i решения, которые
которых украинское общество не в состоянии одобрить, которые бы шли в сторону, которую просто показывал президент Янукович. Этого на сегодня не видно. По-моему, главные игроки прячут свои намерения. Но с того, что говорил Лидер, был в Давосе, когда был президент Зеленский, и эта тема обсуждалась очень глубоко, по сути, была главной темой этих обсуждений, будут перемены, будет перестройка системы власти. Потому что здесь вопрос места правительства во всей этой структуре, места офиса, исполняющего обязанности, да, ну, если реально смотреть. Так что думаю, что это первый акт процесса, который открывается новый, который даст новую политическую, я бы сказал, энергию. Просто надо смотреть ответственно, потому что одновременно надо понимать, что есть фронт, то есть русская агентура, которая работает как термит, который разбивает эту систему на середине, который убивает веру, в смысле идти в армию, защищать родину и так далее, и так далее. И надо понимать, что мы все, включая вас и мне, являемся заложниками этой системы, потому что критика очевидных вещей очень легко может вписываться в то, что обвиняют в русских нарративах. Поэтому это касается политиков, это касается депутатов, с которыми говорил, это касается министров. Мы все на грани. И просто никто не знает, в какую сторону пойдет этот процесс. Петр Авидзаня, Wall Street Journal, пишет теперь, что увольнение Залужного усилит ответственность Владимира Зеленского за любую неудачу на фронте. И ответственность теперь, ну, допустим, будет лежать не даже не на новом главкоме Александре Сырском, а именно на президенте. Вот вы с таким тезисом можете согласиться или нет? Я бы поставил по-другому вопрос. А что это значит ответственность? Какая ответственность? Просто мышление людей на Западе, по политиках, с точки зрения их ответственности, связано с системами, которые существуют в странах, где существует ответственность политика. Политики в Украине, как показывает история, являются безответственностью. Никто не отвечал никогда ни за что. Покажите, хотя бы одного, кто бы за что-то ответил. После 30, да, лет планомерного убивания страны день после дня. Поэтому здесь рассуждение, кто будет отвечать, кто не будет отвечать. Просто здесь будет работать психология. Может быть, например, штокгольмский синдром, да? Короче, будут сочувствовать президенту, да, какой он бедный, несчастный, потому что такие несчастья пришли на страну. И просто поскольку здесь именно нету этих процедур, ответственность только перед историей, поэтому сложно говорить об этом. Просто здесь нету святых, нету здесь единственно правых. Никто здесь не имеет права сказать, что он белый и пушистый, включая генерала Залужного. Потому что если смотрим на начало войны, он большой герой и так далее, но подготовка к войне,
очень многие моменты, да, можно было сделать лучше, и всегда есть к чему прицепиться. Вопрос в том, чтобы не сойти с ума, чтобы понимать, что, что только сплоченность, только поддержка для, для вызывания государства является залогом этого вызывания. Все остальное и хуже. Мы здесь не... А вот вы сказали о том, что заканчивается в мае месяце полномочия президента Украины, и он фактически будет, сказали, исполняющим обязанности. В связи с этим вы ожидаете каких-то изменений именно в правительстве Украины? Могут ли быть какие-то новые назначения, новые вице-премьеры? Может быть все. Может быть перемещение офиса, структуры правительства. Потому что правительство является структурой, которая пользуется легитимностью. А офис... Нету такого учреждения, как офис президента Конституции. Вот именно эти моменты, связанные с легитимностью, да, будут ключевыми, потому что из-за отсутствия возобновления демократического мандата, да, для того, чтобы справить власть, из дефицита выборов, именно вопрос легитимности, дефицит легитимности может оказываться ключевым. И могут быть всякие решения, но вот так тоже может пойти. В принципе может власть перемещаться тоже в сторону РНБО, это конституционный орган, координирующий, да, действия во время войны. Не знаем, потому что на самом деле то, что видели до сих пор, это укрепление роли офиса на фоне всех других легальных конституционных органов. Причем суть роли офиса заключалась в том, что неопределенные законом полномочия и абсолютная безответственность, потому что управление при помощи телефона. Если спросить любого, кто чем занимался, какие поручения, следов не будет, потому что это все при помощи телефона, поручения конституционного органа. Эта система имеет свои плюсы, имеет свои минусы, но поскольку позиция конституционного президента изменится, вот будут, надо задачи изменить. Хорошо, Петр, будем следить за тем, как будут развиваться события. Конечно же, будем анализировать. Я благодарю вас за все ваши интереснейшие ответы. Спасибо вам большое за то, что вы всегда находите и уделяете внимание нашим зрителям и делитесь своими знаниями. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого. Зустрінемось у наступному ефірі. Петр чекає у нас в гостях. Дякую вам. Дякую.